герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом колизее. Короче, дамажим со всей дури этих дураков. Опаснейшими противниками. Те из вас, кто так, смогут пережить испытания, войдут в ряды. Короче, я потанчу это самое. Направится в цитадель. Я не помню, на ком мы раздавали, на слизнях, наверное, дадим. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Бьем. После первого босса правого слизня. Мои чудовища, не чита героя молитвы. Когда скажу, там Бог на меня дашь. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Хотелось бы поступать. Что ты, сам будешь или меня? Сам пока, сам. Все, добивать шестого не буду. Бля, я заебил. Теперь давай, Боб. Как дела? Ладно. Под огня я забыл. Ну а что, ты отходить надо от огня. Смотри, чтобы этот, чтобы не упали сейчас шаман один хилит. Правого слизня бьет. Здесь он захилит. Так, отложу. Осторожно под морду не лезьте. О, он ходит. Сейчас будет нам бомба. Так, пошел. А, ну ладно. Он пока не плюет, сейчас я пройдусь по нему. Бля, ты где стоишь? Все, добили. Ой. Заберу пока. Там мне на мне так 7. Все, пусть нам. Я 50 на 50 нажимал. За спину заходите, за спину жука, за спину жука. Сейчас сдохну. И протопало, слышишь? А бабла нет у тебя? 50 на 50 нажимал. Так, осторожно. Блядь, осторожно. Ой, на мне так сильно. Опа. 24 секунды. Так, а что вы делаете в таком случае, лол? Не добивайте, блядь. Ну, подождать. Вар, есть шевей подержать? Роя, щит одевай. Давай, Роял, ты танчи. Хиль Роял, да сильно. Сейчас протопал, сводится, протопал. Вот, танчит, протопал, все нормально. Давайте, бьем. Гимбы. Да нету престов. Размечтался. Локи Дестрикову сделал. Это... Что у меня? Это правосудие... На ману, короче, протопал кидай. Наверное, не знаю. Что прессовалась ману. Ставь тотем какую-то штуку сейчас. Ну ставил тотем, блин. Ну молитесь, короче. Так, отбегаем, там блинк, портал, все дела. Бейте этого дурака. А где, блядь? О, встал нормально, 6 команды. Отлично. Протопало за. Ой, я могу бегать. Сейчас, короче, отбежите на этой, как она называется, а когда он прилетит. Нельзя падать. Давай возложение рук на шамана. Ты как-то ману экономи. И из себя хиль протопал, короче. Сейчас я заберу протопал, ты меня будешь хилить. Понял? На следующем. После этого прыжка я заберу босса и будешь меня хилить. Здесь я сейчас... Дать возложение? На Ршаму, дай, чтобы у него мана была. Все, бейте этого. Давай рост, дай рост, быстрее, 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 рост.
И всекайте этого дурака. 10 секунд побрустите. 5, 6, сколько там? 4, 3, и я заберусь. Все чудовища повержены! Пойдет. Клаймин, плохо, плохо, Клаймин. Ну почему ты умер? Yes, yes. Я говорю, давно не был в этом. В этом ЕБК забыл. Вот теперь я это сам могу. Готовьтесь к бою. Ну ладно. Дайте каску, друиды. Призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Ройл, ты Фурика собираешь? Готовьтесь к забвению! Или нет? Крышлевать будем? Да, конечно. Портал будем убивать, потому что вылазят бесконечно эти дамочки. Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом! Секунд через 15 скула там портал появится. Ты покорен 20. Мне, демон! Через 15 вроде как. Ничтожный гном! Хеня, почему? Почему у тебя триксы 10 секунд? Символ стоит. Маленький хитрости. Комбате? Ну а почему нет? Быстрее, герои! Это же символ. Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Шарацус! Маги, не забываем воровать. Портал, приготовьтесь. Секунда. Все, я эту дуру. Маги, что-то дамажьте слабо, ну-ка он посильнее. Хитрок. Да он не меня. Босса, блин, босса сильнее, 300к. Чё полезно? Отходим к красным щитам. Кто смеет беспечно играть с темной магией? К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Так, маги, чтобы тут не умереть, вы знаете, что надо делать. Надо убегать. В следующем бою вы замораживать, контролить и так далее. Рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Ну, все мы знаем, что ты за лук, пожелаю. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо вот. Твоих рыцарей. Вот, человек 5 сегодня мы добрал. Бросаем вызов Орде. И уже онлайн 26. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Я сейчас особо не играю. Есть дела поинтереснее. Так, кто там вышел? Смотрим. Хант. Ханта будете первого убивать. Так. Бильнор это Холик, вроде как. Так. Кому там? Тирия держу я. Протопал держишь. Рогу нормально тебе держать? Держу. Держишь рогу, протопал. Ну и звездочку первую бьем, значит, второго. Второго. Второго будете приставить кружок. А потом, наверное, шамочка.
звездочка, кружок, потом ромбик, а потом останется кого хотите. То есть метки мы будем держать и добьете, наверное, вот этого бильнора, квадрат, который. Так, значит, я держу месяц ДК, паладин, держишь треугольник, рогу. Все бьют звездочку сильно. Так, слышь, блядь, там паладин. Сейчас кого-то. Кто паладин? Что паладин говоришь? Там, говорю, паладин рятит еще. Ну, значит, ты кинешь ему вихрь, например. Это самое, будет все хорошо. Чек нам кинет маги нового ему там. Вар какой-нибудь, фир даст там, не знаю, что-то такое. Короче, я бегу, и вы бьете звездочку. Давайте сильнее звук. Дал самое шарме. Здесь полить никто не может. К сожалению, нет. Хершам как бы может куршить. Убивайте звезду быстрее. Сука, рога не идет, ебаная, блядь. Давайте теперь кружок. Отходите от мобов от этих. Отходите. От месяца отходите, он убьет. Отходите, бейте кружок. Отходите, магия. Видите, он пидор, он не хочет ко мне. Отходи, Суслятин, отходи. Бейте кружок. Ёбаный в рот. Все, пизда мне. Бейте кружок. Бейте, бейте кружок. Давай, самое. Еще не хватало тут упасть. Давай, протопал, короче, бросай все, хиль. Че я хилю тебе? Да не знаю, просто хиль. Просто бери хиль. Вара, например, хиль, которого бьют. Бейте ромбик сильно. Бейте, бейте, два мага, давайте, блядь. Дайте овцу по паладину просто. Отходите от меток. Отходите от меток, кайтите, давайте, пвп, пацаны, убейте ромбик быстрее. Дядь, Суслятина, давай скилл показывай. Попробую похилить. Ну давайте, бейте квадрат, потому что это последний. Я пока хилюсь. Давайте, живем. Живем, живем. Давай, кайте этих пидоров. У нас три моба или сколько? Да, три моба, да. Бейте квадрат сильнее. Давайте, бабл. Бейте. Да, похоже бабл, на бабл. Давайте, два рога и вар добивай. Уведите, уведи оттуда трусы, от трусов осторожно. Сдохнуть еще. Маги как ноб сдохли. Не достаю. Слишком легко. Хил как ноб тоже сдох. Это заклинание. Просто ДК притянуло и все. Давайте убивайте этого пида. Он один. Ничего, он не убьет нас. Давай, подхиль себя, протопал. Ну у тебя есть же исцеление. У меня ревностный еще не прокол, да. А, ну тогда давай, добивайте этого пидора уже. Что вы там возитесь, блядь? И ДК мне помогайте убить. Я пока не могу использовать эту способность. Только осторожно, стричь, чтобы у вас не свичнулся, Ройл, осторожно. Я его таунчу, как бы, давай. Таунти протопал сейчас. Ага. Если я... Оковы там, кайте его, слышишь, чтобы он тебя не убил. Ну все, добивайте, блядь. Как гомики какие-то, бьемся. Так, сейчас, короче, на хилов на двух надо будет СС дать, блядь, хилы вообще ни о чем. Это заклинание еще не готово. Был бы у медведя такой скилл, каетесь, блядь. Почти ва. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее. Резайтесь, пока не запускайте. Чинитесь, жив стоит. От подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Залетайте вы на быстрее. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Бля.
Макс, дайте, пожалуйста, покушать маны. Залетайте вы с магией. Локи. Значит, сейчас по ССам. Максимус на Клайме на СС. Или Симах СС на Учитель ДБСР. Чтобы они, эти гуси, если сдохнут, то резнулись. А то... Есть у них. А то у них мана нет. Нам бы по-хорошему пристать сюда. Но сейчас надо валик убить, они тоже легко убиваются. Давайте хорошенько отпивайтесь там. Рыба стоит есть. Так, сейчас у нас, надеюсь, Геру не надо будет. Но мы не будем здесь Геру нажимать. По демонам локовским каску кинь, пожалуйста. Чек на пол. Так, на нем есть каска. А, так есть на обеих. Так, сейчас валим. Все берем черную, бьем правую. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Так. Так, приготовьтесь, пуляю на счет 3. 1, 2, 3. Во имя темного повелителя. Во имя короля Лича. Надо будет сменить, скажу. Давай, отводи его назад. Своему порталу. Танков на фул сильно. Рейд заход. Сильно-сильно заход. Восстановление кидай. И все омоложение по всем раскидам. Способность 3 секунды. Приготовьтесь. Будьте внимательны. Если скажу, надо будет сменить. Так, это уже бьем, все нормально. Захил, захил. Это пало дело. Уклонение пропнуло. Так, еще будет способность смотреть. Через 5 секунд приготовьтесь. Не знаю, успеем добить или нет. Если там щит будет. Может, успеем. Все, бейте это. Вот эта пуха на фурика фул. Бисовая на ДФБ. Здорово! Вас шмотка говорит? Все еще сомневаешься в могуществе, ДЦ. А ты, паладин? Мы примем любой вызов! Мне сейчас вас шмотка. Маркош. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Тоже сейчас быстренько бежим к боссу. Маги, на вас обязанность сбить шарики сверху над боссом, который летает, чтобы мы не вайпнулись. Рога, мазать яд на 30%. Ну и так далее. Клаймер на 40% хп держать рейд. Даже в идеале, конечно, 20-30%. То есть не оверхили. Вообще, чисто теоретически, рейд можно держать на одном хп. Бездумно построили свои дома. Души твоих... Он же жрет процент от текущего. Принадлежать мне, Фордринг. Сейчас сразу РС обычку пойдем. Надо перезайти. Ну перезайдешь там, пока сбор начну. Любые бичи, Игорь.
Так, приготовьтесь дать фуловый дамаг. Скорее всего, будем без зарывания бить. Сейчас очень сильный дамаг даем. Первых жуков под босса ведешь, убиваем. Вторых, не знаю, там скорее всего нет. И это самое, рост, наверное, на 50, скажу, или на 60. Мы убьем так. Это самое, рога яд есть. Все, чек на пул приготовь, это принимайте и начнем. Так, на счет 3 запускаю. 1, 2, 3. Это место станет вашей моей бивай. Сильно дамаг. Жуки под мост, и я уеду. Жуков уничтожили. Сильно-сильно. Не в небе. Добили меча одного. Давайте сильно бьем. Сильно-сильно бьем. Давай Геру. Подожди, перевести без зарывания. Придут жуки, бейте босса, жуков под босса. Как только переведем, жуков убьем. Веди под босса, бейте босса. Босса переводим, жуков под босса, гнев дашь. Бейте босса, как только переведем, добьете жуков. Так, перевели, жуков бьем. Убили жуков и добиваем босса. Рейд, меньше хиль. Так, добили жуков. Жука добили, добили сильнее. Рейд меньше хит. Но не настолько меньше, чтобы он падал. Бейте. Этот Кламен, поднимай мага. И захильте его. Ну, чтобы не упал сразу. Поднимай мага, дамаг не лечит. И бейте босса сильнее. Только не на пул, захиливай его. Забивайте этого спикера. Я подвел тебя, господин. Маркош, умоляю, блядь. Блять, 3 щита подряд, у меня есть такой же. Вот да, блять, смотрите этот момент. Это просто пиздец. Я за этим топором 1000 лет хожу. Ух ты, бля. ГЦ будет, блядь. Кабяси это? Ну, топор этот на БДК. На БДК. В моем бисвисте. Так, сейчас я придам. Я хз, но я... ...на эту херню. Вы заебились. Предпоследняя шмотка, осталось 3 нету. Сульды 10. Так. Никому ж не надо. Что? Полына, говорю, никому не надо, я там хиловская рыну. А, это не знаю. Я топор как забрал. Ладно, все, давайте в РС-ку собираемся.